Assalomu alaykum qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, dunyo bo'ylab telekanali jonli efirlarini davom ettiradi. Eslatib o'tamiz, onlayn intervyu ko'rsatuvi O'zbekiston Milliy matbuot markazidan turib tayyorlanyapti va umid qilamizki, bugungi mavzuga ham befarq bo'lmaysiz. Assalomu alaykum. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем серию онлайн-интервью на телеканале Dunyo Boylab. Образование – важная часть любого общества, и, конечно же, то внимание, которое уделяется этому вопросу, говорит о том, что наша страна, правительство и вообще государство заботятся о подготовке кадров для Узбекистана, в том числе и в сфере туризма. И вот сегодня мы пригласили гостей, которые именно связаны со сферой туризма. Вчера наши гости говорили о туристических колледжах в городе Ташкенте. Сегодня же мы пригласили директора Ташкентского техникума туризма и гостиничного менеджмента Рузимурата Гаипова и главного специалиста Департамента по развитию туризма города Ташкента Азизу Ишметову. Не случайно мы начинаем с вас, Рузимурат Юсупович, потому что в этом году впервые будет произведен набор в техникум туризма и гостиничного менеджмента по новым специальностям. Хочу напомнить для наших телезрителей, что у нас в Узбекистане три таких специализированных техникума в Ташкенте, в Самарканде и в Бухаре. И вообще, если мы говорим о подготовке кадров в Узбекистане, то они осуществляются по трем ступеням. Первая ступень – это начальная профессиональная подготовка, вторая – специальная профессиональная подготовка и третья ступень – средняя специальная профессиональная подготовка, то, чему отвечает ваш техникум. Я правильно отметила, да, Рузимурат Юсупович? Вот я уже сказала нашим телезрителям, что впервые вы производите набор на новые специальности. Вот давайте расскажем нашим телезрителям, что это за специальности и почему у нас такой хороший инфоповод впервые. Я вообще люблю, когда наши гости приходят к нам с хорошими новостями, и особенно подчеркивается вот это впервые. Рахмат. Ассаламу алейкум, аз юрташлер. Хамангиз, хаварингиз бар. Узбекистан Республикасы президентинин 2019 жыл 6 сентябрдаги профессионал талым тизимини янада такомиллаштирishga доир чора-тадбирлар тўғрисидаги 5812 фармониги асосан Ташкент меҳмонхона хўжалиги касблар коллежи Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси тасарруфига ўтказилиб техникум мақом берилди. Ва Ташкент туризм ва меҳмонхона менеджмент техникуми ном берилди. Бугунги кунда техникумда 5-та юнәлиш бўйича қабул жараёни шакллантирилмоқда. Туризм, меҳмонхона хўжалиги ташкил этиш ва бошқариш, умумий овқатланишни ташкил этиш, бошқариш, бухгалтерия ҳисоби ва аудит ҳамда маркетинг юнәлишлари бўйича кадрлар тайёрланади. Сколько вы в этом году принимаете учащихся в технику? В этом году мы принимаем по квоте 360 учащихся. На сегодняшний день план набора на 91% выполнено, около 320 участников принято. Я думаю, еще у нас три дня впереди есть. Да, напомните зрителям, что до 25 сентября принимаются документы, так что у многих ребят, которые, к примеру, не поступили в этом году, скажем, в вузы, есть возможность поступить в техникум, потому что это хорошая платформа, это хороший старт для получения уже специального образования. Не просто какой-то профессии, скажем, как в колледже или в начальной профессиональной школе, а именно специального образования по тем направлениям, которые готовятся в техникуме. И ведь прекрасная возможность и в перспективе есть. Насколько я знаю, по окончании техникума выпускники имеют возможность, если, конечно, они хорошо учились, они имеют возможность по собеседованию сразу поступить на второй курс уже высшего учебного заведения. А ваш техникум, я знаю, находится под эгидой Самаркандского международного университета туризма «Шелковый путь», так что у вас есть такая вот тесная связь уже с университетом. Албатта, юқорида айтилган 5812 фармонга асосан
техникумны муваффакиятли түгәткән таләбәләр тордан-торы оша түгәлләгән мутахассислиге буенча, юнәлеш буенча алый тәлим мәсәләләргә икенче баскычтан сөхбәт асосында оқышны дәвам иттерүш имкониятына ия. Бу әлбәттә җүдә һәм катта имконият яшьләр өчен, чөнки алдын илгәре һәм техникумлар булган, у техникумларны битергән таләбәләр асосан иш фаалият белән шөгыльләнешкән. Бүгенге көндә менә яңа профессиональ тәлимдә тизимдә техникумларда оша халыкара тәлимнең халыкара стандартлар тасмалар гыч буенча 5-нче дәрәҗәле квалификация бергән мутахассис ясып чыгады ва улар муваффакиятле түгәткән студентлар әлбәттә алый тәлим кириш имкониятләре бар. Бүгенге көндә ваз алый тәлимдә һәм кириш җараяннар, имтиханнар үтелде. Иртәгә Худо халыса җаваплар чыккандан кин бу яшьләребез нима кыламан дигән сорауга җавап барды. Булар мәсәлән менә техникумларга килеп, да фақат безне техникум, республикага барча техникумларга барып, ошо оқышын дәвам иттереп, 2 елдан кин техникум тугады, 2-нче баскычтан алый тәлим баскычына оқышын дәвам иттериш имкониятләре бар. Бу җүдә һәм катта имкониятләр яшьләребез бүген көндә. Вот, ты знаешь, мы вчера же говорили тоже в прямом эфире о подготовке кадров в сфере туризма. И хочу напомнить вот телезрителям о том, что в перспективе требуется вообще в туристической сфере 150 тысяч специалистов среднего звена. Какая большая потребность на рынке, правильно же? И радует то, что появились новые направления. Например, нам вчера рассказывали о том, что появились там направления по логистике, по подготовке гидов, по агротуризму, то, чего раньше не было. А вот в техникуме, видишь, по аудиту, бухгалтерское, да, направление, потому что турфирмы, туркомпании, им очень нужны бухгалтера именно с туристической подготовкой. Бүгінгі күнде әйтеуір бизнесні рвожды мұқым ахамият кәсіп етады. Жүде әйтеуір тәкідләп өттіңіз. Ижазатыз білән телетомашабиллерімізге бүгінгі мавзуын яна бір кәрі еслетсек де, ва оларды савал йөләш имканияты барлығына яна бір бар ядларге салып өтсек. Қадырлы достлар, мұқтарам телетомашабиллер, сіз Дүния бойлап телеканалда, тоғырдан-тоғыры, жанлы эфирді, онлайн интервью көрсетуіні тамаша қылыпсыз, ва бүгін біз Poytaxtimizdagi turizm texnikumi faoliyati haqida va hamon o'qishga qabul jarayonlari davom etayotgani haqida suhbatlashyapmiz. Bundan tashqari, aynan Toshkent shahar turizmni rivojlantirish departamentining ayni mana shu yo'nalishda qo'shayotgan hissasi ham bugungi mavzuyimiz. Agar sizda qandaydir bir savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, farzandingiz, ukangiz, umuman yaqiningiz bu yil o'qishga kira olmay qolgan bo'lsa, texnikumda o'qisa qanday bir imkoniyatlarga ega bo'lish haqidagi savollar sizga qiziq bo'lsa, bemalol ekraningizdagi manzillarimizga o'z savollaringizni, fikrlaringizni, takliflaringizni yo'llashingiz mumkin. Biz jonli efirda mutaxassislardan javob olib berishga harakat qilamiz. Umuman olganda, Ro'zimurod aka, mana bot-bot aytyapmiz-da mana shu narsani. Oliy ta'lim dargohiga imtihonlar bo'lib o'tdi, bir nechta o'sha institut, universitetlarga va kimdirlar past ball olganidan baribir noliy boshladi. Hozirdanoq noliy boshladi. Albatta, endi eng munosiblar talaba bo'ladi degan tushuncha ham bor. Lekin bu degani endi men munosibmas ekanman, endi men yana bir yil vaqtni zoya ketkizaman degan bir tushunchaga kelish kerak degani emas-da, albatta. Hali hayot davom etadi, hali imkoniyat bor. Mana misol uchun bugun yangi texnikum ochildi. Elmira Akramovna, hozirgina siz suhbatlashganingizdek, yangi texnikum ochildi va mana shu texnikumga siz o'qishga kiradigan bo'lsangiz, 2 yil mobaynida a'lo baholarga o'qib, mana shu dargohni tamomlasangiz, imtiyozli ravishda turizm institutiga bemalol 2-nchi bosqichga o'qishga qabul qilinasiz, hech qanday imtihonlarsiz. Ana sizga imkoniyat, suhbat asosida. Ana sizga imkoniyat. Хоп, меня кызықтырып талаблар қандай? Более этот техникум имеет договора о сотрудничестве. Это, как я упомянула, Самаркандский университетом «Шелковый путь», потом с экономическим государственным университетом, где существует факультет международного туризма, и с химико-технологическим институтом. Что ли, я говорю, бүгінгі күнде техникумның шартнамасы бар. Так что в эти вузы выпускники техникумов могут поступать. Оли талам дәрігохларға ем, оқшы кіршінгіз мүмкін болады. Хоп, юрташлар Қазақстанымызды қызықтырыватқан бірінші савол. Талаблар қандай? Техникумге кіріш талаблары. Қайырны бітірген болыш керек, яш чегерасы бар ма, йоқ ма, қандай хүджетлер талап етіледі?
техникумге кириш учун талаблар оддий, содда. Умум-таълим мактабларини 11-синни битирувчилари, академик лицей битирувчилари ва касб-маърифат коллежлари битирувчилари тўғри-тўғри ҳозир онлайн тарзда хоҳласалар, хоҳласалар техникумга бориб, ўша битирганлик тўғрисида ҳужжат, аттестат ёки коллеж диплома, академик лицей диплома билан паспортидан нусха ва фотосурат топширишади. Ва агар онлайн тарзда топширса, уларга жавоб келади, сиз қабул қилинди ҳужжатларингиз. Енді бүгінгі күнде қазір базы гуруларымызда, шакілленген гуруларымызда оқушылар қабылы хүжетлер, шуатқан хүжетлер квота қабыл режасынан ашып кетмақта. Бұл гуруларда, албатта, сынау ұмытханлары отысылады. Сынау ұмытханлары Туризм рубаражы Даулат Хумитасы, Али Ортамас Талым Вазырлиге олар хал қылышады, қайсы фанлардан ұмытханлары алышы. Шу жарайында қабыл жарайын ташкил етілді. Яш чегерелі маген? Яш ешқана чегерелі маген. Бізді маңы яңгі профессионал тәлім тізімді яш чегерелі маген. Хоқлыген вақытта, хоқлыген пайтта, өз мұтақасылыген емастан, бұтта мұтақасылыген іш топалмастан, қиналып, түшкінліге түш керекмаз. Бұтын республикада жүді көп мұтақасылыген А форма обучения у вас какая? Дневная, вечерняя, заочная? Ух, хазыр, кеми игерма, игерма, нич, уху елді. Мана техникум туризм, рваждантырш, давлат, хумитас, тасарфетек уху, талым осыларды. Игерма, кеми игерма, игерма, нич, уху елді. Кабул, жаран, грант асосты, ухтыш, грант асосты, бипул, яны текинге ухтылады. Бұям, жүдеям қатты имканият, яштардың үшін, Хаммания мукония ответит, значит, контракт был отлучен. В этом году обучение в техникуме бесплатно. Это очень важный момент, и хотелось бы, чтобы и дорогие наши родители, родители учеников знали об этом, потому что вузы поступают там по контрактам. Раньше тоже в техникуме тоже по контрактам. Так вот в туристические колледжи в этом году поступление и обучение бесплатно. Это очень важный момент. Бўладими, техникум бўладими, унга айнан сода тилда айтганда жавобгар бўладиган ташкилот бўлади ёки бирор бир қўмита бўлади, тўғрими? Бугунги кунда айнан мана шу туризм коллежларида фаолият юритаётган инсонлар қайсидир маънода ўзларини фаолиятини шунчаки ўзлари бир ташкиллаштириш имкониятига эга эмаслар. Айтмоқчиманки, Туризмни ровожлантириш давлат қўмитаси билан бевосита иш амалга оширилади. Бундан ташқари, Тошкент шаҳар туризмни ровожлантириш департаменти томонидан турли юнолишларда уларга кўмак берилади ва умуман ҳамжиҳатликда ана шу фаолият олиб борилади. Биз BEJIS, Тошкент шаҳар туризмни ровожлантириш департаментидан вакил таклиф қилмаганмиз. Умуман, мана шу техникумларга дейлик ўқувчиларни бир جلب کلش یا کی ترغیبات مسئله لر قندی بولی هست چون کی بو جدیه مخوام خمیت کس بیتال کنی من شو خاک دوست باتلش هم از کین عملیات لرگی اوت همس البته تاشکین شهر دیگه اکیت توریسم کالج و تکنیکوم بارسته ترغیبات ل جدی جدال بار بار المقطع کنی که چه توریسم دپارتمنت دیکتر هم محل فقرایان رئیس لر بلند اجراشب و ایردم از لرن کالج لانه و تکنیکوم ترغیبات لرن آل باردله اوندن تشکر اموی اخبارات واسطه لرد اجتماعی ترمق لرم زده خم کین ترغیبات قلب بارلمقته کولیج و بیتروچ لانه جلب قلش مسئله لر قویلگن و ببایچیش لال بارلمقته یه اوچین انتریسن عزیزا вы, наверное, знаете после окончания колледжа и техникума куда определяют, трудоустраивают выпускников, где они работают, вот они получили образование, где они потом работают, куда вы их устраиваете на работу? Битрувчиларни бизда туризм соҳаси бўлгани учун ўз-ўзидан мана бизда йирик меҳмонхоналар бор, жуда ҳам кўп, Тошкент шаҳрида 452 га яқин меҳмонхоналар мавжуд ва ўша меҳмонхоналарга кейин ресторан ёки туристик ташкилотларга жойлаштириш, мана шу ишга жойлаштириш масалалари бўйича кўмак берамиз.
Вот Азиза Ишметова, главный специалист департамента по развитию туризма, на мой вопрос о том, как трудоустраиваются выпускники туристических учебных заведений, как колледжи, так и техникума, говорит, что эти выпускники устраиваются в гостиницы. Сейчас гостиниц, к счастью, становится все больше. Их уже свыше 450, как вы говорите. А также в туристические фирмы и компании. То есть востребованность в таких специалистах большая, и можно быть уверенными, что эти выпускники не останутся не трудоустроенными. Шахджахон, это ведь важный момент, помимо того, что ты получаешь диплом или сертификат какой-то, чтобы ты потом пошел и устроился на работу, и смог получать зарплату, и уже чувствовать себя востребованным человеком на этом рынке. То есть не надо бегать в поисках работы. Хотя с такими проблемами некоторые сталкиваются. По крайней мере, к нам вот на телеканал обращаются молодые выпускники и говорят, что мы не можем найти работу. Что вы можете посоветовать? Вопрос сложный для вас. Может быть, вы, Розумурат Юсупович, специалисты не могут трудоустроиться. Как им быть в поиске вот работы по специальности? Ну, именно по нашей сфере, по системе образования, по нашим вот учебным заведениям, я могу сказать, мы с детьми очень тщательно работаем. Именно вот закрепление практических навыков. После теоретизации закрепление практических навыков. Для этого у нас оснащены учебные мастерские, по всем направлениям есть. Лаборатория, да. Когда мы направляем их на производство, на работу, на практику, вернее, особенно вот преддипломную практику, перед выпуском, это учащихся там себя показывает хорошо. И руководители этих предприятий, то есть работодатели, да, уже они говорят, этого ребенка дай мне. И потом они в следующие годы тоже они востребованы, вот это специалист, они сами обращаются уже. Дайте нам таких кадров, дайте им вот таких кадров. Поэтому по трудоустройству у нас проблем не было никогда. Дай бог не будет, потому что госкомтуризм тоже очень, мы дорожную карту составили совместно с госкомтуризмом. Да, именно там именно вот этот пункт есть, вот по трудоустройству выпускников. Это очень важный пункт. Да, я хочу напомнить, что под эгидой, под крылом госкомтуризма сегодня находится 12 учебных заведений, это 9 колледжей и 3 специализированных техникума. И именно госкомтуризм несет ответственность по трудоустройству выпускников этих учебных заведений. Скажите, а в Ташкентский вот колледж туризма и гостиничного менеджмента могут ли поступать, скажем, ребята из Черчика, Алмалыка, вообще из Ташкентской области? Да. Предоставляется ли им общежитие? Ну, у нас общежития нету, но ближайший район Ташкентской области мы принимаем. Если есть у них где жить, мы, конечно, с удовольствием будем принимать. Конечно, ну, если есть у них где жить, кто ответственен за них? Обязательно их приглашаем. Справка с места, где они будут жить, будем требовать справку потом. Не сейчас. Конечно, если все будет под контролем, по приему никаких проблем не будет. Пожалуйста, пусть приходит, учится. Шахджахон Юсупович не зря назвал, говорит, дети, наши дети. Да, то есть это еще дети, это же 15-16, да, 17 лет. Действительно, это еще дети, которых надо и обучать, и воспитывать же тоже надо. Рахбара, она шу окучилярна, болеларам деса, демак, у, айнам, она шу, яш авлад хакада кайгурият кянадан далалат берады, ва у ерда, sodda qilib aytganda korrupsion holatlar bo'lmaydi, chunki ota-ona o'z bolalaridan pul olmaydi hech qachon. Ya'ni ta'magirlik qilmaydi demoqchiman. Ana shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, yurtdoshlarimizdan savollar kelyapti. Ijozatingiz bilan shu savollarga birin-ketinlikda javob berib o'tadigan bo'lsak. Qaysi yo'nalishlarda imtihonlar bo'lishi kutilyapti? Hozir qabul jarayoni shakllantirilmoqda. Bugungi kunda hozir mana buxgalter audit yo'nalishida imtihon bo'lishi aniq. Chunki bitta joyga ikkitadan hujjat tushgan. Turizm, mehmonxonalar xizmat tashkil etish va boshqarish yo'nalishlarimizga ham hujjatlar tushgan. Onlayn tizimida bo'lgani uchun bolalarimiz o'zlari bu kasbga ham olib qo'yishyapti hujjatlarini. Bizada o'sha muammo bo'lib qoldi hozir.
Bana 25 sentyabrda qabul jarayoni tugagandan keyin biz uni hammasini albatta ko'rib chiqiladi. Yana qaysi yo'nalishlar bo'yicha hujjatlar soni ko'p tushgan bo'lsa, albatta bu o'quvchilarga, ota-onalarga yetkazamiz albatta. Bunga tayyorgarlik ko'rish imkoniyat bo'ladi. Xo'p, amaliyotlar masalasida aniqroq javob berishingizni so'rashgan. 2 yil o'qish davomida qancha muddat amaliyot o'taladi? Hozirgi yangi o'quv reja va dasturlar, o'sha yangi professional ta'lim tizimida tuzilgan o'quv reja va dasturlarda ko'proq soat miqdori amaliyotga berilgan. O'quv amaliyoti va ishlab chiqarish amaliyotiga. Mana oldingi tizimda masalan 60%, 55% nazariy ta'limlar bor edi, keyin maxsus fanlar amaliyotga juda kam soat berilardi. Bugungi kunda asosiy dars soatlari o'quv amaliyotiga va ishlab chiqarish amaliyoti, diplom oldi ishlab chiqarish amaliyotiga berilmoqda. Qirg'iziston Respublikasidan turib tomosha qilayotgan yurt tomoshabinimizdan savol kelgan. Chet el fuqarolari o'qishi mumkinmi? Chet el fuqarolari bu qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar o'qishi mumkin. Ularga nisbatan albatta talab qo'yilgan, ma'lum miqdorda kontrakt summasi belgilangan, davlat tomonidan o'shani to'lab, ular hech qanday imtihonsiz to'g'ridan-to'g'ri o'qish imkoniyatiga ega. Xo'p, Izzat va Kamiladan savol kelgan. O'quvchi hozirgi holatni, ya'ni bugungi pandemik sharoitni inobatga olgan holda texnikumda o'qish bilan bir mana shu davrda ishga ham joylashishi mumkinmi degan savol bo'lgan. Biz texnikumda o'qish agar onlayn tarzda dars bo'ladigan bo'lsa, o'quvchi yana ishlashi ham mumkinmi? Mumkin. Keyin o'quv jarayonida mayli onlayn darsda emas, kundalik hayotda o'qishga kelib o'qiganda bizada o'qish bir smenada tashkil etiladi. O'qishdan keyin ishlash ham imkoniyati bor. Elmira akramni aynan mana shu javobni tarjima qilib berishingizni so'ragan bo'lardim, chunki aksariyat rus tilidagi auditoriyamizga qiziq bo'lyapti bu savol. Все вопросы, которые задавались, например, наши зрители из Кыргызстана спрашивают, принимают ли в техникум иностранных студентов. Вот как Розмурат Юсупович говорит, да, принимают, но на условиях контракта, да, потому что действительно это иностранные студенты, но они имеют право учиться. Без экзаменов. Без экзаменов, да, это тоже очень важный момент. И второй момент, что диакон, это уже вот третий момент, о котором вы говорили, по... можно ли работать и учиться одновременно? Я думала, что Розмурат Юсупович даст отрицательный ответ. Оказывается, в том плане... У нас практика, извините, я вас перебью, у нас практика есть. Вот когда мы как колледж существовали, ученики после учебы бежали на работу. Понимаете, они работали в ресторанах, гостиницах, турфирмах, они работали и учились они. Поэтому, поскольку обучение в техникуме в одну смену, это возможно, то есть возможность и подрабатывать. То есть это тоже такая хорошая возможность для тех, кто хочет и получить профессию, и в то же время уже может работать. Ты знаешь, Шаудяху, на чем вот сейчас мне пришел вопрос, спрашивают, а где такой уникальный техникум находится? Ну, мы не сказали, что он уникальный, поскольку три таких техникума у нас в Узбекистане, это в Ташкенте, в Самарканде и в Бухаре. Но раз Розмурат Юсупович, телезрители считают, что, видимо, после нашего разговора, что ваш техникум уникальный, где-то можно с этим согласиться. Спасибо. Где он находится, да. Ну, техникум находится в городе Ташкент, Яшнабадский район. В районе, ну, раньше Таштельмаш называли, ну, там есть... Ориентир, самый высокий флаг. Ориентир, высокий флаг, завод Артель и парк Ашхабад. Прямо рядом напротив парка Ашхабада, после учебы можете по парку гуляться. Техникум находится рядом с парком, да? Да, а в парке Ашхабад. Находятся развлекательные аттракционы. Да. То есть там туристическая жизнь в парке может кипеть. Ребята учатся и могут проходить практику, как обслуживать туристов. Да? Такую я могу усмотреть аналогию. Бундан ташқари, бугун мамлакатимизда янги туризм юнәлишләре ҳам алоҳида бир киркелиптики, мана шу соҳага.
қызық кетті болу епті. Айнан, білесі ма, Айзахан айчадан бері жим отырттылар, лекен көп малымат бар бұл инсанды. Яңи, яңи туристик маршрутлар, яңи туристик юналышлар, яңи туризм юналышлары қақыды. Ха, пойтақтымызда, ана шында юналышларына, қайсы бірі бүгінгі күнді қайотымызге кіріп келі епті, қайсы бірі ұсыда алақыды ішіләні епті. Hozirgi kunda mayis turizmi juda jadal rivojlanyapti. Undan tashqari tibbiyot turizmi va hozirgi sharoitda pandemiya davrida ekoturizm ham juda ham rivojlanyapti. Mayis turizm bo'yicha shahar turizm departamenti tomonidan 121 ta obyektlar ro'yxati shakllantirilgan va mayis turizm bilan shug'ullanadigan tur firmalar bilan ham biz aloqadamiz va doimiy birga ishlab boramiz. Undan tashqari tibbiyot turizmi bo'yicha shahardagi 20 dan ortiq yirik tibbiyot klinikalar bilan ham aloqa o'rnatganmiz va yaqinda ularni turistik tashkilotlar bilan tibbiyot turizmi bilan shug'ullanadigan turistik tashkilotlar bilan birga bog'lab uchrashuv o'tkazib va shu bir-biriga bog'lab hamkorlikni tashkil etdik. Bugungi davrda tibbiyot turizmi masalasi juda ham muhim ahamiyat kasb etyapti, ayniqsa pandemik sharoitda. Xo'p, aynan mana shu shaxsiy klinikasi borlar qayerga murojaat qilishi kerak? Ya'ni chet eldan fuqarolarni jalb qilish istagida bo'lsalar. Albatta, Toshkent shahar turizm rivojlantirish departamentiga murojaat qilsalar, biz qo'ldan kelgancha qilsa bo'ladimi yoki kelish kerakmi? Yoki telefon raqamlarini e'lon qilamiz. Telefon raqamlar bo'yicha ham murojaat qilsa bo'ladi. Raqamlarni e'lon qilish ijozat bersiz? Albatta, marhamat. 71 kodi bilan 210-03-88. 210-03-88 Toshkent shahar turizm rivojlantirish departamenti telefon raqamlari. Xo'p, Ro'zimurod aka, ajoyib bitta savol keldi va tabiiy savol. Переходишь к Розмартисовичу, а я хотела телезрителям уточнить, да, вот по поводу того, что сказала Азиза, поскольку сегодня у нас практически нет, скажем, зарубежных туристов, акцент делается на внутренний туризм. И Шавченко спросил у Азизы, какие направления в туризме сейчас востребованы именно в Ташкенте, помимо культурного, исторического. Вот Азиза Шметова нам говорит, что на первое место выходит майс-туризм. И сегодня уже 121 объект, да, по майс-туризму, где могут проводить деловые конференции, различные встречи. То есть майс-туризм на первой позиции, на второй позиции это медицинский туризм. В период пандемии это становится особенно актуальным, и Департамент по развитию туризма заключил с 20 клиниками города Ташкента, где по направлению медицинского туризма можно получать различные услуги. И третье направление – это экотуризм. Ну, в Ташкенте, я думаю, не так много возможностей для экотуризма. Для этого, скорее всего, в Ташкентскую область стоит выезжать. Но, тем не менее, если вы захотите прогуляться по Ташкенту, можно действительно найти красивые места. И мне кажется, иногда очень полезно в сопровождении гидов, потому что появились новые маршруты и новые адреса. Шахджахун, пожалуйста, я тебя перебила, прошу прощения. Я тоже Ani endi navbatdagi savollarga o'tamiz. Ohangaron tumanidanmiz. Qizim 9-chi sinfni bitirib, 10-chi sinfda o'qimoqda. Bu texnikumga hozir topshirsa bo'ladimi? 10-11 attestat beriladimi? Qayerda joylashgan? Yotoqxonalari bormi? Deyilgan. Endi keyingi savollar Toshkent viloyat turizm boshqarmasiga berilgan savollar. Biz ularni egalariga yetkazishga harakat qilamiz. O'qish bo'yicha savollar mana shu. 9-chi sinfni bitiruvchilarni faqat boshlang'ich professional ta'lim kasblari maktablarida o'qish mumkin. Texnika va kollejlarda faqat 11-11 sinf ma'lumoti, kollejni bitirgan diplomi yoki akademik litseyni bitirgan diplomlari bo'lsa o'qish mumkin. 9 sinfdan keyin imkoniyat o'qish yo'q. Ya'ni 2 yildan keyin, demak, 2 yildan keyin 11-sinf tugatib kelsa, bemalol
Этот вопрос очень часто спрашивают, задают, вернее, можно ли после 9 класса поступить в техникум или колледж. Вот Розумурат Юсупович отвечает, нет, это после 11 класса или после окончания лицея или какого-то колледжа. А после 9 класса, если есть такое желание, скажем, у ребят, есть начальная профессиональная школа, их в Ташкенте у нас 4 профшколы, куда можно сдавать документы после 9 класса и получить профессию. Хотя, насколько мне известно, Розумурат Юсупович, недостаточно, да, вот это количество школ. 4 на весь Ташкент, это маловато. Да, маловато. Я тоже так думаю, это маловато, потому что желающих будет много. Угу. Это профессиональные колледжи именно для малообеспеченных семей. Нет, там, нет, не профессиональный колледж. Мне, ну, кажется, не совсем правильно. Это профессиональные школы. Ну, да, профессиональные школы, где дети после 9 класса, это 15 лет, они хотят уже получить профессию и помогать своим семьям родителям, зарабатывать уже деньги. На вот такой вопрос. Техникум до окуши бізге, яна кандай имконияту имтиозлар яратады? Бу хақыда қысқача тоқталып өттік. Яна, қысқа фурсатларда айтып өтсіз, чүнкі бізге ажыратылған вақт жүдейм кәм, саваллар көп ашығы. Имкониятлар, ең яқшы имконият, муафақатлы түйеткен талабаларыны, юналыш бойынша, али талым басыларды, икінші басыштан сұхбат асасын оқышын давам еттіріш имконияты бар. Оқышын хохламагенлер үшін, албатта біз уланы ішке жойлашки ярдан берамыз. Бұл әжайып имкония. Ишсіз қамейді. Марджан ұсымлы юртташымыз, ассаламу алейкум. Техникумге имтихан асасты қабыл қылынады ми, яки сұхбат асасты? Бұл хақыда айтып өтілді. Базы бір юнәлішлерді имтихан асасты, базы бір юнәлішлерді есі, шүнчекі құджатлар, әгер саны көп болмаген юнәлішлерді имтихан болмайды, көп болген юнәлішлерді имтихан болады. Мәне мысал үшін, қысапчілік, яғни бухгалтерия юнәлішіде имтихан әлбәтті болышы қақыда қазір мағлымат берділер. Үмуми қама мағлыматлар есі 25 сентябрі, яғни қабул түгегенден кейін батафсыл илан қылынады. Уделяется большое внимание цифровым технологиям, развитию. Об этом говорит и президент не раз на своих видеоселекторных совещаниях. У меня такой вопрос, который, кстати, исходит из вопросов, присланных телезрителями. А обучение в техникуме предусматривает развитие вот этих компьютерных технологий, уже познание новых направлений? Албат, без Самарканд и Пакиоли, Туризм халқары университеті білен хамкарлікті, шарттамара түзік, өлі білен хамкарлікті ішлем ақытамыз. И қазір инновацион оқу қаналар яратыш. Албәті бүнге маблақ талап қылынады, бұл туризм комитетіске мұражат қылынген. Инновацион оқу қаналар яратыш. Ба онлайн тарызда университеті білен техникум ортасы, онлайн дарсы өлен профессор оқытушылары, бізді талабаларға онлайн дарсы өтушылары рижелаштырылген. Албәті бұл То есть инновационные проекты в обучении предусмотрены, да, в ближайшей албет. Перспективе. Албет. Мы можем так говорить нашим телезрителям, не вводя их в заблуждение. Ну, сейчас, как во время пандемии, мы еще готовим онлайн-уроки. Если вдруг скажешь, будем начать работать с онлайн-уроками, мы тоже преподаватели, мастера сейчас готовятся к этому тоже. Рахмат. Хоп, Яхшиева Фарангиз. Ассаламу алейкум. Техникумда институтта оқиётган студентлар ҳам оқиса бўладими қўшимча равишда? Йўқ, бўлмайди, чунки ҳар бир фуқаро битта таълим муассисасида кундузги шаклда оқиш имконияти эга. Рахмат, сизга савол келган. Хоп, рус тилида савол келган, мен ўзбекчасини бераман, сиз жавобни тарҷима қилишга ёрдам берасиз деган умиддаман. Туризм юнашида оқидиган инсонлар Ташкент шахар туризмни ривожлантириш департаментига ишга кирса бўладими? Кадрлар етишмовчилиги департаменти ҳам борми деган савол келган. Энди бу балки сиз юнашингиз мастер, агар қаерга мурожаат қилишларини айтиб ўтсангиз хурсанд бўлган бўлардик. Албатта, Ташкент шаҳрида 934 та туристик ташкилотлар мавжуд. Уларга ўз-ўзидан яхши малакали кадрлар керак бўлади. Agar bo'sh ish o'rinlari bo'lsa, bizga ham murojaat qilishlari mumkin. Bu bo'yicha keling yana bir marta qaytarib o'tamiz. 71 kodi bilan 210-03-88. 210-03-88. Что в городе Ташкенте 946. 934 организации с туристическим направлением. Это туркомпании, турфирмы,
и закончившие учебное заведение вот, могут обращаться в эти, турфирмы по вопросу трудоустройства. В крайнем случае обращаться в департамент по развитию туризма, который поможет трудоустроиться. Так что особенно это касается наших молодых выпускников или тех, кто ищет работу по специальности, по туристической специальности. Департамент по развитию туризма обещает помочь с трудоустройством. Яна, навбаттаги савол. Худжатларни қайерга топширамиз? Онлайн деябсиз, онлайн деябсиз, лекин манзилни эълон қилмаймиз. Келинг, манзилни эълон қилинг. Онлайн тарзда техникум еду уз кириб, онлайн тарзда топширса, бизда техникум танланади. Техникум еду узга кирса, оша техникум билан чиқади. Бизнинг техникум чиқади. Кириб, оша бизни Тошкент туризм ва меҳмонхона менеджмент техникумини танлаб, керакли йўналиш бўйича танлаб, оша hujjatlarni topshiradi. Aytganimizdek, o'sha ma'lumot to'g'risida hujjat, pasport nusxasi va fotosurat. Tashakkur. Texnikumda gidlar uchun qo'shimcha boshqa xorijiy tillar ham o'rgatiladimi? Fransuz, italyan yoki ispan tillari? Bugungi kunda o'quv rejalarimizda mutaxassislik bo'yicha xorijiy tillar qo'yilgan, dars soatlari faqat hozircha ingliz tilida. Ну, албатта биз нечта тилда дарс олиб борилади? Рус, ўзбек тилларида дарс олиб борилади ва касбий ўша юнолиш бўйича касбий мулоқот бор хориҷий тилда. Лекин биз ҳозир қўшимча ўша техникумимизда япон ва кориз тилларини ҳам ташкил этмоқчимиз. Дарсдан кейин ўша талабалар шуғулланиши учун имкон берди. Қўшимча дарслар. Уточню, Шахджахон, потому что для зрителей задали вопрос, на каких языках ведется обучение в техникуме, на каких преподаются да, предметы. Вот Розимурат Юсупович говорит на русском, узбекском и на английском. Но при потребности, а сегодня студенты могут сделать такую заявку, если есть желающие обучиться каким-то языкам, если будут специалисты, то предусмотрены и факультативы, например, обучение японскому и корейскому языку дополнительно, да. Это очень хорошее предзнаменование, потому что сегодня большая потребность вообще в языковых специалистах, особенно в туристической сфере, и не только английского, скажем, и русского языков, но а также французского, немецкого, японского. И я знаю, на рынке очень востребованы китайский и португальский языки. Нужны специалисты, которые могли бы обучать. To'g'ri ta'kidladingiz, mana siz dunyoning turli nuqtalarida bo'lgansiz. Nechta mamlakatda bo'lgandingiz? 65 ta mamlakatda bo'lgansiz va albatta ana shu mamlakatlarni ko'rganingizda sizga gid tarjimonlar rus tilida ma'lumot bergan, to'g'rimi? Misol uchun qaysi joyga borsangiz, baribir o'sha til muhim ahamiyat kasb etishini bilgansiz, ko'rgansiz, dunyo ko'rgan inson sifatida buni ayta olasiz. Даже Бангладешке borganimda o'ta bengal tilida topolmadik tarjimonda rus tilida git topdik, yengil bo'ldi. Misol uchun mamlakatimizda ham ana shu mamlakatlardan diyorlardan keladigan insonlar uchun gidlar tayyorlansa bu juda ham yaxshi ish bo'ladi. Aytmoqchimanki, sizda katta taassurot qolgan o'sha yerda git topilgan. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonga o'sha mamlakatlardan kelsak, uni tilida ravon gapiradigan gidlari soni ko'p bo'lsa, tanlov bo'lsa, unda yana bitta plus bo'ladi-da, ijobiy bir taassurot bilan ketadi. Bu muhim jihat, siz aytib o'tganingizdek. Bir vaqtning o'zida bir nechta texnikumga hujjatlarimizni topshirib qo'ysak bo'ladimi degan savol keldi. Ну, hozir onlayn tarzda hujjatlar qabul qilinmoqda, topshirish imkoniyati bor. Mana hozir qabul jarayoni tugagandan keyin albatta bitta texnikum tanlash kerak. Baribir. Endi o'qish baribir bittasida bo'ladi. Tushunarli. Kelgusida amaliyotni xorijiy davlatlarda o'tash rejasi bormi? Albatta, xorijiy davlat o'tash rejasi bor. Biz masalan hozir 2019-2020 o'quv yilida Buyuk Britaniyaning bir Buyuk Britaniya tashkilotining BITIC kvalifikatsiya bo'yicha o'sha BITIC kvalifikatsiyasining maqomini oldik. Bu maqomni olish ham o'zi bo'lgan, albatta u Buyuk Britaniyada o'sha tashkilotdan mutaxassislar kelib, kollej o'sha ta'limot texnikumini o'rganib, o'sha ta'lim jarayoni qanaqa qo'yilgan, o'quv amaliyoti qanaqa o'tilyapti, o'qituvchi ishlab chiqarish ta'lim ustalarimizni salohiyatini ko'rishdi va 2 oy muddatda bizni pedagog xodimlarimiz o'qitishib sertifikat berishdi.
Ва бізде ұшу бітек квалификация бойынша талым жөні ташкет қылшыға мүмкінет берді. Ва бізде 17 нафар оқушымыз ұшу бітек квалификация бойынша туризмда мехман дуслик юналышы бойынша бітіріп, сертификатлы алышы. Бұ сертификатлы дүнияның 72 давлатты тан алынады. Bu sertifikat olgan yoshlarimiz ertaga mana shu 72 davlatdan xohlagan davlatga borib, hech qanaqangi qo'shimcha tayyorgarliksiz, malaka oshirsiz ishga joylashish imkoniyatiga ega. Как здорово, это прекрасно. Те, кто хотят учиться в Шахдяхот, у кого есть вот это стремление получить, они и становятся хорошими специалистами. Главное, мне кажется, вот не отчаиваться. Особенно вот сейчас, когда прошли в основном экзамены, высшие учебные заведения, да, уже объявлены результаты, кто-то обрадовался, а кто-то огорчился. Ну, что же делать, да, это такая жизнь. Поэтому не надо отчаиваться, есть возможность получить профессию и в техникумах, и в колледжах. Наташкара, біз Италияның Торкарбон талым осасы білен меморандум түзгеміз. Бұл меморандумда ике талым осасыны педагогларыны тәжірбе алмаш, малека ашырыш, талабаларыны, ике талым осы талабаларыны бір-бірлен хамкарлықта ішләші, миярық хүчетлер тәйірләші, конференциялы ұтқыш меморандумды көрсатылген. 2019 ноябрь ойида o'sha Italiyaning ta'lim muassasasi, mana shu ta'lim muassasasi bizga 25 ta o'quvchi va o'qituvchilar tashrif buyurishdi va o'sha yerda ikki ta'lim muassasasining pedagoglari va ularga master-klass ko'rsatishdi. Master-klass ko'rsatishdi va ularni bitiruvchi o'sha oshpaz yo'nalishi bo'yicha bitiruvchi o'quvchilar shu yerga olib kelib, kvalifikatsion imtihonni biz o'sha o'quv amaliyotxonamizga o'tkazib, o'sha baholab ularga baho qo'yishdi. Biz ta'lim muassasasi. Bu ham tajriba, bu ham bizni o'quvchilarimiz bu jarayonni o'z ko'zlari ko'rishdi, qiziqish yana uyg'ondi. Biz ular bilan hamkorlikda biz endi aprel may oylarida biz tashrif buyurishimiz kerak edi, pandemiya sabab biz endi bu qolib ketdi. Men o'ylab keyinchalik albatta ular hamkorlik ishlarimiz. Rahmat sizga. Umuman olganda mavzu katta, texnikumlar, turizm sohasida kadrlarni tayyorlash. Bu mavzusi juda ham keng qamrovli mavzu, ammo birgina efirda hammasi haqida suhbatlashning imkoniyati yo'q. Juda ham dolzarb mavzu. Studiyamizga kelganingiz uchun va mana shu kerakli ma'lumotlarni bizga, tomoshabinlarimizga taqdim etganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Umid qilamizki, imtihonlar yakunida yana siz bilan suhbatlashamiz. Саламат Боли. Ну, мы заканчиваем на очень такой хорошей ноте. Вот, Розимурат Юсупович рассказал о положительном международном опыте, когда с зарубежными предприятиями, зарубежными туристическими организациями техникум проводит мероприятия, которые повышают квалификацию и опыт студентов. Так что есть возможность кому-то поступить в этом году в техникум туризма и гостиничного менеджмента. Мы благодарим вас за участие в нашем цикле программ онлайн-интервью. Розимурат Юсупович Гаипов, директор техникума Яшнабадского туризма, техникума туризма и гостиничного менеджмента. И благодарим нашу Азизу Ишметову, главного специалиста Департамента по развитию туризма. Надеемся, что мы еще раз встретимся с вами, потому что разговор Шахдяхот еще не окончен. У нас есть вопросы у наших телезрителей. И я думаю, что мы еще с вами встретимся, когда поступят уже студенты, когда вы произведете набор и будут готовиться новые кадры для сферы туризма. Так что на этом сегодня мы говорим. До свидания. Но нас ждет эфир Шахдяхот еще 14:30. Soat 14:30 yana jonli efirda ko'rishamiz. Hamkorlik uchun O'zbekiston Milliy matbuot markaziga alohida tashakkur aytamiz va bundan tashqari ushbu efirni tashkil etishda bizga yaqindan yordam bergan Toshkent shahar turizmni rivojlantirish departamenti ma'muriyatiga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, dunyo bo'ylab telekanalimizni uzoqlashmang. Omon bo'ling.